Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Days After. Так, смотри внимательно. Смотри внимательно, что я получил. Комплект подавителя, чистильщика, запчастей, оружейника, строителя. Комплект частей оружия, комплект охотника, ремонтника, металлолом, СКР, пистолет-пулемет и щенок овчарки. Так что сейчас мы будем с тобой открывать. И ко всему прочему мы получили, по-моему, два сейфа. Да, давай начнем с открытия сейфа. Так, сколько? Одна монета? Серьезно? Да ну хорош, ну что вы дали мне какую-то ерунду. Так, ну что, давай, наверное, откроем с тобой комплект подавителя. Что это за комплект? Ох, ём. В плане купить. Я ничего не хочу покупать. Просто... А, вот так вот это, да, работает? Рандомно. Так, друзья мои, я получил шлем. Окей. Так, давай посмотрим, что нам выпадет здесь. Перчатки. Замечательно. Так, комплект запчастей. Поехали. Ну, тут, ребят, не имеет значения, что нам выпадет. 20 точильных камней. Комплект оружейника. Ну-ка. Достается мне мачете, да? Трехзвездочная. Так, тайник строителя. Ну, тут, ребят, ерунда на самом деле. Так, трава выпала мне. Дальше, комплект частей оружия. Ну-ка. Кто бы сомневался, дадут какое-то фуфло тебе. Обязательно. Подожди, еще не все. Еще не все. У меня еще тут комплект охотника. Так, смотрим. Дай что-нибудь из шмоток. Так, ботинки. Трехзвездочные. Окей. Дальше. Комплект ремонтника. Ну, здесь, ребята, не имеет значения. У меня все это есть. Дали мне пластик. Так, это я, наверное, все забираю. Так, а у меня еще АСКР. Пистолет-пулемет и щенок овчарки. Все, я все это забрал, собрал. Пойду-ка я посмотрю, ребят, что это за овчарка. А как я ее гляну? И максимум, что я могу, это только выпустить ее здесь. А место-то у меня есть для овчарки? Так. Собаки бессильны, а щенки не растут. А вот теперь сиди и думай, где у тебя эта овчарка? Подожди секунду. Овчарка, вот она, да? Мне ее нужно как-то, ребята, здесь выложить, получается. Стоп. Как выложить-то щенка? Я уже что-то и подзабыл, если честно. Использовать. Вот как. Белый, нет, давай. Никогда не могу сделать. Отправить на псарню. Так, шлем. Ну, шлем, наверное, прикольный. У меня есть арбалет. Что за СКР? 12 к урону. 40 к урону. Тяжелая штурмовая винтовка с закрытым затвором. Так, это мы с тобой положим в сумки, ребята. В чемоданы в наши. С оружием, естественно. Так, не сюда. Хотя металлолом. Нет, не сюда. Так, давай-ка выложим. Значит, вот это вот, вот это. Мачету. Мачету я, наверное, возьму с собой. Буду бегать с ней. Да? Да. Так, чемодан с одеждой вот здесь. У меня еще один. Выкладываем вот это все. Арбалетик я думаю, что возьму с собой. Арбалетик, так, трава. Ну, траву можно сюда, в принципе, выложить. Ничего страшного не будет. Так, металлолом, точильный камень и пластик. Металлолом. Так, я не знаю, ребята, что это такое у нас. Это медный слиток. Медный слиток, а куда мне его положить-то? В какой сундук его засунуть? Ну давай вот здесь, по-моему, еще два сундука у нас есть пустых. Пускай здесь лежит. Так. Что у нас еще тут? Камень точильный.
Ты черный камень мы положим сюда. И пластик мы выкладываем здесь. Пока вроде бы все. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут за доброжелатели. Так, взамен дает. Слушай, ну вот с этим можно согласиться, в принципе. Ну-ка, давай еще посмотрим, что нам предложат. Угу. Тут, друзья мои, арбалетик все-таки дают. Наверное, я возьму вот это вот. Где с арбалетом? Значит, трава, шкуры и изолента. Подтвердить. Так, давай возьмем шкуры. Говорю, шкуры давай возьмем. Ё-моё, стоит там. Изолента нужна, да? И трава. Трава у нас вот здесь вот есть. Так, 8, по-моему, маловато будет. Давай чуть-чуть побольше возьмем с тобой. Как только придет к нам этот торгаш, мы сразу прибежим и обменяем, да, у него все. Кстати, ребята, смотрите. После того, как я прокачал нашу вот эту вот штуку до 3 уровня, у меня открылось следующее задание. Посетите локацию водокачка. Ребята, у нас на карте появилась водокачка. Поэтому я хочу в этой серии сбегать туда и посмотреть, что у нас там будет интересного. Щенков у меня нету. Кстати, мясо у меня есть, чтобы покормить собак-то. Один кусок мяса, но этого мало. Этого мало. Ну, хотя бы на первое время мы дадим. Там сколько там хватит? На минут 15, наверное, этой еды. Да-да-да, песики, я знаю, знаю, что вы такие голодные все, бедненькие у меня. Надо будет вам миска где-то достать. На 23 минуты им хватит еды. Так, ну где торгаш-то, я не вижу. Пока нету, пойдем, наверное, сходим к девочке, к нашей, да? К Бетти. И начнем играть. Ребят, тут осталось совсем чуть-чуть, и мы добьем с тобой 300 уровень. Ну, как видишь, не фартануло. Ладно, ничего страшного, давай дальше. Вот. 3 симпатии, это уже хорошо. Дальше что у нас? Давай здесь. Ай-яй-яй. Мимо. Ну сколько тут еще остается? 9, ребята, 9. Ну по одной дают и все. Ладно, еще есть. Еще есть шанс. Давай вот это вот. Да чтоб тебе. Симпатия плюс 1. Ну дайте мне карточку с Бетти. Ну вот. Симпатия 3 и того, ребята, еще 4. 4 очка зарабатываем, и получается она будет прокачана по полной. Вау. 6. Все, ребят, по-моему, да? Ух ты, а это что такое? Это что такое, ребят? Апгрейд? Так, добавить пода. Вот он. Нифига, а где же я? Требуется для изготовления. Я таких материалов-то даже не видел нигде. Ну-ка, а здесь что? Офигеть. Слушай, а нож, например. А где это все получить? Так, что это у нас здесь? Почини торговец с подарками для покупки. Так я починил. Обновить приложение, чтобы увидеть новые. Торговец с подарками. Ребята, короче, здесь... Давай свидание, наверное, сделаем. Пускай нам покушать даст. Короче, ух ты. А ты откуда взялся, парень? Стоп. Ах ты. Вот что нужно было сделать-то, оказывается. Так, я могу, ребята, взять вот эту вот штуку. Или не могу? У меня, по-моему, всего 2, да? Так, ему нужно 10 вот таких подарков. Подожди, а где я вот эти вот подарки могу взять? Могу вот что взять. Торговать. Да. Ребята, я выкупил нож, который нужен был для Бетти. Сейчас посмотрим, прокатит ли это. Но здесь, судя по всему, чтобы получить апгрейд, нужно все вот эти вот детали, ребята.
дать, только после этого будет апгрейд. А что он будет давать, я пока ума не приложу. И где брать? А, так это подарки, ребята. Это те самые подарки, за которые мы с тобой расплачивались с Бетти. То есть, ну да, у меня 13 максимальное количество. Я могу тут, ну, приобрести много чего. Ладно, у нас пришел торгаш, который нам решил обменять всякие вкусняшки. Так, давай, бро. Да, мы с тобой договаривались, я помню. Получи свои награды. Так, трава и изолента. Забираем. Все. Удачи тебе, как говорится. А мы с тобой отправляемся на водокачку. Сейчас вначале все выложим. Во-первых, еду надо будет выложить. Я с ней никуда не пойду. Так, мясо собакам отдадим. Так, изоленту выкладываем сюда. Селитру мы с тобой выкладываем здесь. Так, что у нас еще тут лишаковское? Шкуры и мясо. Ну, шкуры, понятное дело, сюда выкладываем. А мясо выкладываем у собак. Сколько у меня их тут развелось? Я офигею, ребят. Знаете, кушайте. На 2 часа им хватит. Единственное, что я думаю, 2 арбалета с собой таскать, это, конечно, чересчур. Давай, наверное, все-таки 1 выложим. 1 арбалетик выложим. Так, вот сюда, может быть. Выложим, наверное, вот этот. Возьмем простенький с тобой. Хотя, с другой стороны, вот это тоже надо выкладывать. Зачем мне столько... Нет, лучше вот так вот сделаем. Мачету оставим на потом. Кстати, сколько мачете урона, я не посмотрел. 31. Если сравнивать с нашим... У нас 22. Ну, в принципе, мачете не особо-то и отличается по урону. Может быть, только по прочности, если что. Так, ладно, друзья мои. Идем с вами на водокачку. Так, по шмоткам. Блин, у меня куртки нету. Может быть, нам куртку вначале с тобой заварганить? Что для этого нужно? Чтобы сделать элементарную курточку. Так, давай посмотрим. Взять надо, конечно, какую-нибудь посолиднее. Вот, например, вот эту вот кожанку. Так, значит, ткань, кожа, веревки, металлолом. Сейчас с тобой заварганим это все дело. Значит так, ткань, кожа, да? Ткань, кожа, веревка и металлолом. Веревка и металлолом. Да не туда ты смотришь, господи, развернись. Делаем с тобой куртку. Кожаную, естественно. Так, а вот здесь у нас не хватает. Поехали. Без звездочек, без всего, ну хотя бы будет, ребят, хоть что-то. Хоть какая-то броня элементарная. Что там на этой водокачке, фиг его знает. Все, да, получается. Так, металлолом выкладываем обратно. Так, веревки положим сюда. Ну и ткань с кожей, естественно. Вот, да чтоб тебя, ты можешь отвернуться. Все. Вот теперь, ребят, я готов отправиться на водокачку. Арбалет у меня есть, надо его, кстати, взять на всякий случай. И погнали. Посетите локацию водокачка. Что на этой водокачке будет, я не знаю. И постоянная ли это локация, или это так, на время миссии. Сейчас узнаю, ребят. Отправляемся в поход. И причем она находится прямо рядом с нами. Вот, ребят. Вот это новая локация. Опять какие-то тут плюшки всякие. Мне это не надо. Водокачка, уровень сложности практически запредельный. Тут что, тоже рейдеры будут? Посмотри, тут волки. Волки, мумии. То есть водокачка довольно такой
Проблематичный у нас, да? Получается, участочек. Сейчас посмотрим, ребята. Ну, тут закачка, как говорится, новая локация, поэтому подзагрузочка шла. Но у меня есть арбалет, правда, не такой прокачанный. Но мне не жалко, по крайней мере, его сломать. У нас еще есть с тобой там автоматы, пулеметы, блин. Будут какие-то проблемы, заберем эти пушки, вернемся сюда и накажем любого. Так, рюкзак собираем. Мне просто интересно знать, что мы здесь с тобой вообще сможем добыть. И это будет продолжение истории. Так, смотрим, ребята. Что за дурацкий день? Охотился на кабанов и посеял бинты. Нужно вернуться к скалам. Надеюсь, никто их еще не стащил. Так, возьми, что у нас там? 160 опыта. День четвертый, день покупок. Награда 80 опыта. Когда-то я любил пройтись по магазинам. Это расслабляло. Все было так просто и весело. Теперь же каждая вылазка в магазин требует тщательной подготовки. Улучшите швейный стол до 3 уровня. Улучшен. Так, изготовьте прочная куртка. Угу. Железная труба изготовить. Так, это мы все с тобой сделаем. Давай смотреть, что это за локация. Естественно, потихоньку, ребят. Это кто там? О, вот и мирный. Так, пообщаемся. Эй, слышь? Не иди ты мимо, остановись, послушай меня, помоги нам, а. Бандюганы нас тут рекетируют. Штуку одну важную у нас отобрали. Фильтр для воды, а без него мы все тут помрем скоро. Добей тех бандюков, да, фильтр нам верни. Мы тогда больше двинем. Угу, двинуто не дольше. Так, соберите предметы, чтобы завершить задание и помочь выжившему. Награда. Слушай, неплохая награда. В принципе, пукалку мне дадут. Значит, это все у меня есть, кроме вот этого фильтра. Я так понимаю, все это можно здесь найти. Ну что же, древесину мы с тобой нарубим в конце, я так думаю. Давай вначале прошуршим, проверим обстановку. Так. Возьмем, наверное, арбалетик. Да-да-да. Кислятники. Так, давай-ка валить начнем. Новый уровень, ребята. Так, я могу теперь делать арбалет плюс плавильня и сундук. А сундук чем отличается? Используйте для уничтожения... Подожди, это не то. Разных предметов. Мне кажется, он будет больше в себя вмещать, наверное, ресурсов. Ну и плавильня. Кстати, плавильню мы с тобой сделать сможем. Когда вернемся обратно в наш домик, мы обязательно ее сделаем. Так, Остин, иди отсюда. Блин, нифига ты. Паразит. Так, а это что, это новый вид? Или это камни обычные? Это обычные камни. Я думал, что это может какая-то другая руда, порода. Так, кабан. Вепрь. Так, ну посмотрим, что там у тебя есть. Кожа плюс сало. Ага. Понял. Да чтоб тебе. Так, пойдем мы этого теперь хлопнем. Тут они как раз сундучок охраняют. Марв. Да, это арбалет. Ребят, мало того, что он фигово бомбит, так он еще так быстро заканчивает. Ну ты посмотри, сколько там пару выстрелов сделал, уже все. Четверть арбалета как будто не бывало. Где-то тут еще должен быть водяной фильтр. Найдем. Опа, это что еще такое? Мостовая балка. Вторая мостовая балка нужна для починки моста. Для починки моста. Значит, здесь где-то будет мост. Вот, по ходу дела, да? Так, понял. Мост. Значит, нам нужно еще собрать здесь. Так, ладно, пойдем искать. Где у нас тут что? Что-то тут вообще тупик. Стоп. Чую. Кто там? На, гаденыш. Так, это олень.
Изготовьте железную трубу. Минус мозги. Так, сейчас этого накажем. Злобный Остин. Так, давай-ка мы его проверим. Что там у него лежит? Ухо фиолетовое пригодится. А здесь ткань. Еще лучше. Кто-то здесь видел, я бродит. Сейчас накажем. Бумс. Одного удара достаточно было, да? Так, а это уже выход из лока... Так, опа, опа, опа. Ну ты сам видишь, кто тут у нас. Марвин. Точнее, это не Марвин, а... Я уже и забыл, как его звать-то. Короче, Охламон. Джорджи, конечно же, Джорджи, ребят. Как его можно было забыть? Так, где же тут, интересно, этот фильтр водяной? И какие бандюги? Мне кажется, я знаю, ребята. Мы с вами, когда мост сделаем, мостик, и вот как раз на той стороне наверняка будут те самые бандюги. Скорее всего. Но то, что мы с тобой уже можем делать арбалет, вот это меня радует. То есть мы с тобой до этого вообще не могли никакого огнестрела делать. А теперь сможем. Так, подожди, что ты делаешь-то? Мне нужен камень, вот он лежит. Сейчас мы с тобой здесь соберем все, что сможем. И нам нужно еще найти с тобой одну досочку. Где-то она тут должна валяться. Пока непонятно где. Так, олень убежал туда, значит здесь есть проход. Тихо, тихо, тихо. Кабанчик. Блин, жесткий какой-то кабан-то, а? О, какое вкусное мясо, ребята. Уже по две штуки даже дают. Солидно. Так, рубим дерево. И это все с тобой поднимаем. Так. А где еще, интересно, должна быть палка? Давай-ка я, наверное, на автосбор поставлю. Он сейчас все равно здесь все пробежит. Пробежит, все срубит, где надо. И заодно, может быть, мы с тобой и увидим, где мы с тобой не были. Так, побежал куда-то в этом направлении. Ага, все, понял. Ну, давай, бей уже, что ты встал-то? Вон там, скорее всего, будет, ребята. Да, сочечка, ну-ка. Так, на этого хлама надо сразу... Что ты делаешь? Так, заразный Саймон. Блин, 55 уже радиации нахватались, а? Так, ухо заберем. Вон там еще один паразит. Все. Так, ищем, ребят, сундук. Да ёк-макарёк. Не увидел этого Джорджи. Перчатки сломал. Ладно, фиг с ним, с этими перчатками. Я думаю, что доска здесь будет. Да, вот она. То есть мы с тобой досочки все пособирали. Теперь остается нажать на авто. Пускай он здесь дособирает все, что есть. И потом пойдем уже строить мост. Чего? Погоди, погоди, парень. Топор надо сделать. Все, собираем дальше. Так, у нас с тобой 24 уровень. Насколько я помню, чтобы срубить дубовые доски, нам нужен там 32-й, да, левел. Кто-то из подписчиков недавно мне писал: Рэй, а я уже собрал машину. Я так за тебя рад, блин. И как же я хочу ее собрать. Только единственный вопрос: ты вот ее собрал, и куда ты на ней можешь выезжать? Ты мост опустил на заставе? Если да, то можешь меня немножко поспойлерить и написать, что там дальше будет, чтобы я готовился уже заранее. Так, слушай, а этому чуваку же можно сейчас прямо передать дерево, ведь так? Ну, подожди-ка. Так, древесину он просил. Древесину дадим. Веревок ему нужно 5. Так.
Что еще? Вода нужна. Мясо ему нужно было, да? Остального у меня пока нету. Ну, не беда. Может быть, еще насобираем. Так, давай авто. Пускай дальше бежит. А куда это он собрался-то? Мост, что ли, будет сам... А, трава тут еще у нас осталась. Камень. И дерево. Все, да, больше ничего собрать. Правильно, больше ничего собрать. А мы с тобой завершим мост. Так, значит, здесь, говорит, у него стырили, да? Водяной фильтр, бандюги. Ох ты. Так, друзья мои. Без аптечки-то, конечно, я сюда зря, наверное, пошел. Но я же не знал, что здесь вот такое будет. Что мы можем съесть? Тыкву. Так, давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Будем метать издалека. Тряпочки. Тряпочки это хорошо, но не те, что нам нужны, да? Так, веревки это хорошо. Веревка нужна. Так, глина. Окей. Не понял. Ага, собрать надо. Так, давай смотреть. Потихоньку, аккуратненько. Джорджи. Блин, да что ж ты его... Мусолишь так, мусолишь, долго очень. Пока ничего не будем собирать, ребята, просто сделаем зачистку территории. Окей. Да присядь ты, господи. Так, олень. Мясо возьмем с него. Это кто там, рейдер, что ли, уже ходит? Так, ну-ка присядь. Да, ребята, это рейдеры. Надеюсь, с нашивками. Все как полагается. Интересно, тут и волки, и рейдеры. Все в кучу, что ли? Так, что у нас в этом чемодане? Может быть, как раз фильтр? Угу. Фляга. Подняться наверх мы не можем. Ну, не беда. Так, здесь тупик, по ходу дела. Да, друзья мои, здесь тупик. Наверх я по лестнице подняться не могу. Значит, где-то здесь должно быть. Где-то должен быть проход обязательно. Это типа какой-то маленькой заставки. Ой, тихо. Сундук, секунду. А как это у них тут? Кто там? Блин, два рейдера, ребят. Один из них, блин, с огнестрелом. Офигеть. Скажи-ка мне вот на милость, как я теперь здесь должен... Ягоды, давай все съедаем. Так, 50 хп, маловато. Вон еще сундук, кстати, может быть в нем. Нашивки, тоже хорошо. Тряпки. Это все обязательно пригодится нам. Гвозди. Кстати, вот эту штуку надо сразу выпить при парку, потому что, ребята, у нас 70% уже зараженности. Ну, 42. Слушай, значит, получается, здесь нету. Дальше надо идти. Арбалет сколько? Блин, этот... С пистолетом, не с автоматом. С пистолетом, да, по-моему? Че, попробуем варкнуть его? Трэш какой-то. Да хоро. Да убегай ты, блин. Стоит там, блин. Я не знаю, ребята, как тут делать. Надо отсюда сматываться, мне кажется. Ты будешь, блин. Все, все, все. Вот теперь скажи, в каком направлении мне надо бежать? Мне 21 хп всего лишь, ребят. 21 хп. Так, ладно. Побежали, короче, до дома. Возьму с собой
Ну, во-первых, у меня броня сломалась. Как ни крути. Ну и все-таки я без хавчика. Мне нужно взять хавчик и лекарства хоть какие-то. Ну и выложить половину ерунды, которая нам не нужна. Тому чудику нужна была веревка. Что же там еще-то нужна была? Веревка. Металлолом. Блин, надо все это записывать, блин. Или скриншоты делать. Чтобы потом не ломать голову, да? И не вспоминать. Что я забыл, что я не забыл. Так. Давай посмотрим, что у нас тут по шмоткам. Ботинки скоро сломаются. Соответственно, ботинки надо тоже менять. Давай глянем, что у нас есть. Есть ботинки, вот эти вот, так сказать, улучшенные ботинки, да? Перчатки сломались? Сломались. Берем вот эти. Шлем, да, у нас сломался или нет? Шапки вообще нету. Так, меняем, короче. Перчатки. Ботинки. Ну и шапку. Шапку нужно обязательно. Так, это все выкладываем. Шапка, где шапка у нас есть путевая? Так, бинты берем. Так, возьмем вот это вот. Не помню точно, сколько ему нужно, но он просил воду. Так, и шапка мне нужна. Шапка. Ну, возьмем хотя бы эту шапку. И арбалет. Вот так вот мы с тобой сделаем. Так, изготовьте железную трубу. Ну что, ребят, давайте, наверное, сделаем с вами железную трубу заодно еще. Да куда ты все? Одень шапку. И одень. Что там мы хотели одеть еще? Все, да? Так, железная труба. Из чего она состоит? Давай посмотрим. Ну, во-первых, из металла, 100%, да? Железная труба, вот она. Нужна, значит, ткань и нужен металлолом. Металлолом берем здесь. И берем с тобой ткань. Ткань. Делаем железную трубу. Изготовить. Блин, в рюкзаке недостаточно места. Так, давай тогда, наверное, вот это вот выложим. Шкуры. Теперь-то сможем сделать? Теперь сделали. Все. Железная труба сделана. Забираем награду. Так, изготовьте бинты. 3 штуки. Так, бинты. Делаются из тряпки. А, еще и припарка вот эта нужна. Серьезно? Да блин. Давай выложим, наверное. Так, трава тоже пока мне не нужна. Так, бинты. 3 штуки, да? Раз. 2. 3. Забираем награды в виде опыта. Так, изготовьте прочную куртку. Прочная куртка. Значит, веревка, ткань и шкуры. Веревка. Подожди, дай-ка я излишки выложу, потому что они мне мешаются, ребята, в инвентаре. Офигеть как. Эти гвозди всякие. Так, что там нужно? Веревка. А, ткань и шкуры. Ткань и шкуры. Делаем. Мы даже можем с тобой однозвездочную и улучшенную сделать. Окей. Так, изучи чертеж первого уровня 5. Не понял. Изучить чертеж первого уровня 5 раз. Карта сокровища в ущелье изготовить. Посетить локацию шериф.
Ну, карту я вряд ли смогу сейчас сделать, потому что у меня нету. У меня нету, ребята, достаточно. Да, не хватает. А это я все не могу изучить, потому что это якобы изучено, да, у нас получается. Ладно. Так, веревки все это мне не нужно уже, по-моему. Нет, веревка, по-моему, пригодится чуваку. Там еще и мясо нужно. Что он там просил, блин, надо будет потом записать. Что-то там заныл, попросил у меня. Чего попросил, фиг поймешь. Так, нашивка. Это все у нас идет сюда. Кстати, что это за значок такой? Помогите нам сделать игру позже. Ой, лучше. Выкладываем ухо, выкладываем жир, выкладываем. А зачем я жир выкладываю сюда? Непонятно. Нашивку надо выложить. Так, химоза. Химоза у нас идет сюда. Это в детали. Так, древесина и веревки, и камни. Древесину, камни сюда. Древесину сюда. Так, мясо пойду, наверное, отдам. Кстати, глину я еще не выложил. Так, пошел я собачкам отдам мяско. Пускай они там кушают. Блин, изучите чертеж. Вот это вот непонятно. Что за чертеж? А, мы же еще с тобой хотели сделать эту плавильню. Точно, ребята. Плавильня. Так, ладно, сейчас мы с тобой дадим мясо нашим псам. Ну вот, на 4 часа это уже хорошо, ребят. Пускай кушают. Так, что вот сюда нам нужно? Так, лампочки. Блин. Дубовые доски, но у меня их нету. К сожалению, пока нету. Потому что я не могу дубы ломать. Так, здесь древесина. Жир с веревками можно, в принципе, здесь выбросить. Семена, труба. Это, блин, еще чертово. Ну, трубу я выложу обязательно. С ней бегать смысла нету. Во-первых, она фиговая. И она мне не нужна. Так, куртку тоже, наверное, мы выложим с тобой. Арбалет, мачете. Так, бинты я возьму. Бинты нам понадобятся. Так, можно, в принципе, восстановить себе здоровье на хлеву. Давай сделаем так. Все. И почистились заодно. 106 монет у нас, кстати, с тобой. Неплохой такой бонус. Но вроде бы как и все. Арбалет у меня сейчас сломается. У меня есть еще ножи. Давай-ка мы на всякий случай с тобой возьмем пушечку посерьезнее. Так, тут 12 к атаке, тут 40. Тут 42. Эта автоматика, конечно, будет покруче. Покруче. Но она и имеет одну звездочку. Ладно, возьмем с тобой вот эту вот. Не, вот эту вот. Так вот. Так, у нас с тобой две записки. Напротив меня водонапорная башня. Водокачка, если короче. Тот, кто намалевал на ней «Помогите» большими корявыми буквами, явно прогуливал школу. Но тут дело простое. Или зомби научились писать, или тут есть кто-то живой. Стоит поспешить. Если звезды сойдутся, успею повидать этого грамотея живьем. Так, забираем с тобой две. Так, награда за сбор записок. Опа, тут еще вот такие вот, ребят, награды дают. За сбор записок, оказывается. Так, я взял канистры с горючим, да? У нас, тихо, не надо выбегать. У нас по поводу машины, что там с канистрами? Да, вот сюда мы как раз с тобой их и воткнем. Карту бросаем в чтиво. Кстати, подожди-ка. Карта-то нам нужна, ё-моё. Мы ее сейчас прямо прочитаем. Изучить.
Изучили, да? То есть на карте появилось местоположение. Мясо. Ладно, мясо мы с тобой возьмем. Так, я, знаешь, что забыл? Что ему нужна была вода. Куда я воду выложил теперь? Вот вспоминай. Сюда, да, по-моему? Короче, погнали вначале на водонапорку. Там надо все-таки доделать эти задания. А уже после этого сходим в ущелье. Надо было, наверное, сюда и шмотки-то покруче надевать. Кстати, надо было нам с тобой сундук еще сделать. Что-то я поспешил. У нас же были деревянные ящики, да, которые есть. Ну, ты сам видел, у них вместимость не очень большая. Мне кажется, у сундука... Или все-таки сбегаем сюда? Давай сбегаем. Как вы мне в тот раз подсказали, да, ребята, здесь надо играть по стелсу. Я, в принципе, уже неоднократно находил эти сокровища. И действительно, пробегаешь по стелсу, не трогаешь этих зомби лишний раз. Забираешь просто-напросто сокровища и сматываешься отсюда. Ну, единственный плюс, если ты убиваешь этих зомбарей, с них можно получить ткани, уши, ну, ты понял, да? Основные виды ресурсов. А так, да, так вот забираешь просто сундук. Так, где он там находится? Угу. То есть практически всегда в одном месте. Практически. Марв там ходит, да, все это. Зараза. Тут зараженный Марв. Все это можно сделать по стелсу, друзья мои. Все можно сделать по стелсу. Главное, чтобы они не среагировали, и все будет тип-топ. А вот он, сундук. Да ёпарасоте, блин. Че, придется драться с этим говнюком? 220 хп у этого сопляжуя. Ну, короче, арбалет мой сломается сейчас здесь. Да ты можешь отойти? Да этот еще тут, блин, притесался. Все. Заметил меня как-то, умудрился, гаденыш, издалека. Ладно, фиг с ним. Что у нас тут? Ну, в принципе, неплохо, ребят. В принципе, неплохо. Все, сваливаем отсюда. Сваливаем на нашу водокачку. О чем мне остается? Из ближнего боя только бита. Надо было, наверное, мачету взять. Ладно, фиг с ним. Бита и... пистолет-пулемет. С этой водокачкой нужно сделать, ребята, все задания. Через 72 часа будет обновление этой локации. То есть это сколько? Ну, почти 3,5 суток. Интересно, что же здесь такое есть. И надо аптечки, кстати, поставить в карман. Потому что, ну, мало ли в какую-нибудь передрягу встрянем, да? Так хоть залечиться успеем вовремя, а без бинтов... бегать опять, сломя голову. Так, этому хламону не забыть надо воду отдать, которая здесь стоит. Так, аптечка. Как-то так. Что ж тебе нужно? Вода. Две штуки. Мясо. Веревки. Так, кстати, мясо. Олень здесь бегает. Так, где у меня тут бита? Да как ты меня увидел, ты гаденыш, а, мелкий? Все, мясо дай, пожалуйста, мне. Спасибо. Так, ну что, бро, держи миско. Пошел я тебе искать тряпки там и остальную трихомудию. По-моему, правильно идем, да? Здесь же мост. Вот он. Мост — это как бы разделение на новую локацию, ребят. Видишь? Как бы мы уже с тобой в новой луке. Хорошо, что она тоже, ребят, не обновляется. То есть зомби, которые убиты, они убитые. Они восстановятся только через 72 часа. Ё-моё. Волк меня усек. Мясо дай, говорю. Не дает
клык. Так, секунду. Кран, там какой-то котлован. Видимо, нам еще туда придется вниз с тобой спускаться. Кто это там? Да, ребята, любой чертеж изучаешь, и он засчитывается. Короче, это рейдеры. Че, пора нам проверить куколку, наверное, нашу. Замечательная штука. А вот и веревочки. Так. Блин, не то сделал. Ладно, фиг с ним. Давай вот так вот. Волка я со спины грохну. Я не буду на него тратить патроны. Он того не стоит. Шкуру дает. Так, вот здесь, по-моему, у нас вниз вход в котлован. Так, рейдер. Еще один. Если я сейчас начну стрелять, я думаю... Погоди. Отлично. Это их не база, походу, дела. Тут где-то я видел сундук, по-моему. Нет, 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 не то. Значит, придется заходить туда, как ни крути, блин. А, он сбитый. Что-то мне показалось, что он... Или тут... Так, их тут двое, оказывается. Трое даже. Шикарненько я с ними тут. Ну, их тут не меньше, ты посмотри. Ё-моё. Ох, ёк, Макар, ты посмотри, сколько их там. Двое со стволами. И вот, вот подумай теперь сам, как сюда идти, например, с мачетой. Или с битой, с такой вот дурацкой. Да никак. Тебя тут заварганят, вот и все. По стелсу не получится, потому что они друг друга прикрывают. Так. Рейдер, блин, ветеран. Ну, 100% пластик здесь будет. Вот точно тебе говорю, пластик будет именно где-то здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, а он тот чувак посерьезнее, ребят. Потому что там с автоматом. Присядь-ка, парень. Вот, скорее всего, вот здесь, в этом сундуке. Я еще и пить хочу, но у меня вода, слава богу, есть с собой, да? Пей, 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 наслаждайся влагой. Так, ну что, пластик здесь должен быть. Мне так кажется. Не пластик, а вот он. Вот он, водный фильтр, друзья мои. Вот он, родной фильтр. Так, давай-ка, наверное, мы с тобой еще бинтик используем один. Все, наверное, здесь больше никого и ничего нету. Хотя вот тут вот... Такое впечатление, что должен быть вход открываться, наверное. Или просто так для красоты уже сделано. В общем, короче, я отнял. Отнял. Теперь что? Теперь надо идти и отдавать, наверное, я так понимаю. Сейчас мы здесь с тобой зачистим все. Я сейчас нажму на авто, пускай бегает, сам собирает здесь. Там, по-моему, где-то еще траву мы видели. Ощущение, что вот это вот даже вход немножко ассоциируется у меня со свалкой. Когда мы на свалке с тобой были, то же самое. Так, стоп, 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 стоп. Это что еще за фокусы?
Так, этого вырубили. Джорджик. Нормуль. Вырубили Джорджика. Что у нас тут? Перчатки, блин. И выкинуть-то нечего. Ладно, выбросим с тобой фляги эти. Перчатки я возьму. Все, я понял. Это уже по курговухе. Мне нужно еще 4 чертежа, ребят, найти. Рюкзак полон, говорит. Рюкзак полон. Выкинуть мне здесь нечего. Все нужно. Единственное, могу, ребята, только вот так вот использовать хавку. И больше ничего. Не, давай вот ягоды не надо. Вот из-за ягод этих. Да макарек. Да чтоб тебя. Съедай нафиг эти ягоды. Давай, авто. Собирай себе траву. Рюкзак, говорит, полон опять. То есть ни камень, ничего он не может здесь взять. А что у этого ханурика мы упустили? Пробирка. А здесь веревка. Так, ладно. Как отсюда выйти? Ну, я имею в виду в плане того, что выйти туда. Надо идти на мост, так ведь? Короче, остальные ресурсы мне придется тащить ему из дома. Это парадокс. Потому что здесь мы с тобой не нашли все, что нужно. Единственное, что надо запомнить, то, что ему не достает. Я ему дам фильтр. А что он там сказал, мне даст? Чем-то поможет там или что? Верующий, вон там Библия лежит. Так, ну что? Держи свою штуку, приблуду. Так, значит, тряпки. Веревки, веревки мы ему отдаем. Тряпки, кусок мяса. А, вот что он мне даст. 5 тряпок и 1 мясо. 5 тряпок и 1 мясо. Оленя здесь больше нету нигде. Оленя здесь больше нету. Ладно, сваливаем, короче, отсюда. Пять тряпок и 1 мясо ему нужно будет. Ну, а мы с тобой сейчас, естественно, все вот это вот выложим. На самом деле, столько барахла в карманах. Ё-моё, ты посмотри там. Глина, какие-то перчатки какие-то поношенные. С одной стороны, сижу и думаю, нафига мне столько нужно этих тряпок? Жалко, их нельзя перерабатывать обратно там, на веревке или еще на что-нибудь. Потому что у меня в первом сундуке просто их дофигища, ребят. Просто тьма тьмущая. Вот этих всех недобитых, что там буквально на 1-2 удара, и они будут просто рассыпаться. С собой их таскать я вряд ли когда-то буду. Поэтому, мне кажется, проще их утилизировать. Так, ну что, мы с тобой были на водокачке. У нас вообще что-то поменялось после этого или нет? Ой, так. Оружие. Выкладываем с тобой это. Биту выбросим. Так. По шмоткам выкладываем с тобой перчатки. Все получается, да? Так, веревки сюда. Вот так вот. Селитру выложим здесь же. Так, металлолом теперь. Из металлолома обломки, проволока, трос. Понятно, трос остальной не сюда идет. Получается все, да? Трос стальной у нас вот здесь вот. Так, в чтиво книгу.
Так, нашивки и клыки у нас идут здесь для шерифа. Ну, глина, вода и жир. Глина сюда. Химозу мы с тобой выкладываем сюда. Так, бинты я оставляю себе. Здесь жир. И пускай будет вода лежать. Так, тому нужно было ткань. 5 кусков, насколько я помню, да? Вот этой ткани. Надо как-то разделить ее. Вот, 5. И кусок мяса. Вот насчет мяса я сомневаюсь. Да. Кусок сырого мяса. Блин, теперь еще его надо найти. Кусок сырого мяса. Ну, что поделаешь, придется идти на первую локацию, на первую попавшуюся, естественно, выбивать этот кусок мяса и нести ему. Это для того, чтобы только получить награду, ну и опыт. Нет, опыта вряд ли он мне даст, он просто дает мне там эти прибамбасы всякие. Кстати, у шерифа что-то горит, ребята. У шерифа почему-то знак восклицательный. То есть он меня, что ли, выжидает, поджидает? Сейчас проверим, что ему там надо. Соскучился, что ли, по мне? Хочет дать какое-нибудь задание? Сбегать, надрать кому-нибудь задницу? Да, это он может. Блин, я опять забыл, ребята, сделать этот. Ё-моё, плавильню. Так, посетите локацию шериф. Это мы сделали. Так, и остается вот карта сокровищ. А, надо изготовить, а я нашел ее тогда, да? Так, ну что тут у шерифа, давай посмотрим. Общаться он со мной вряд ли будет. Это все уже начитанное. Ладно, давай посмотрим, что у тебя тут есть. Так, труба за 12 нашивок, куртка. Вот эти вот ребята, я не знаю, где водительские удостоверения, я их еще и даже не получал. А что ты нам тут скажешь? Клинок, оружие, череполом. Волчья кровь из темного леса. Ну, такой намек уже понятен, да? Иди к волкам. Навтыкаем, и мы тебе дадим вот эту вот запчасть. Эта запчасть наверняка, ребята, делается крафтом. То есть ты соединяешь, у тебя находится... Помнишь, как в последний день на земле палка, а на ней вот эта циркуляра? Вот что-то типа того будет. Ладно, бежим с тобой в любую местность, в любую локацию. Бомбим, забираем мясо и отдаем торгашу. И, в принципе, можно на сегодня заканчивать. Чертежи нужны. Аж целых, блин, 4 штуки. Они не так уж часто выпадали. Раньше, вот как только начинали играть, они выпадали часто мне. А сейчас приходится поискать. Так, пока ничего здесь не будем делать, собирать. Сейчас просто все это разбомбим. Так, металлолом, ну, естественно, ребят, нам пригодится. Иди отсюда. На. Так, подожди, давай посмотрим, вдруг там у тебя тряпки. Тряпки-то нам нужны. Тряпки нам очень сильно нужны. Так, металлолом. Если я не ошибаюсь, на этой локации еще и спрятанные сундуки есть. Могу ошибаться, ребята, это не точно. Но мне точно нужно это мясо. Мясо мне шиш дают. Тут очень много камня, кстати. Это тоже неплохо, можно пособирать. Так, там у нас сундук, я вижу, да? Лежит, охраняется этим химозой. Джорджи. Ублюдок ты мелкий, пришлось на тебя потратиться. Кожу дал мне. Оружие вроде бы хорошее, ребята, все. Но как оно быстро тратится? Вообще моментально. Просто моментально. Не успеваешь, ребята, его получить, оно уже все. Уже практически. А убил-то я им сколько там? Ну,
Ну да, рейдеров повалил не слабо так. Но все равно. Так, волчара. Мне нужен кусок мяса. Как бы это странно ни звучало. Вот он. А вот он, этот кусок мяса. Добываем. Вот, кстати, сундук. Прямо вот под ногами, ребят. Так, смотрим. Чтиво. Так, здесь у нас, по-моему... Ну да, я так и думал, что этот... Вонючка здесь. Офигеть, блин. Это чтобы убить этого грязного марва. Оружие вообще здесь... Да куда ты побежал-то, дурик? Куда ты... Что он делает-то? Что-то я не понял, ребят. Что за фигня? Опять вот эти вот сбои. Пипец. Смотри, я нажимаю, оп, и почему-то все обратно назад. Сфигали, блин. Трындец. Так, друзья мои, надо поменять, иначе мы сейчас так задолбаемся. Так, проверяем. Ну все, вроде бы нормально. Блин, я не знаю, почему такое происходит. Что это за сбои? Так. Ну, завалил я его. Так, ухо, пробирка. Заразный Саймон. Все. По-моему, больше здесь нет зомбарей. Можно, в принципе, ставить на авто, и он тут будет собирать. Ага. Вон они там, холопы, еще ходят. Ладно, с этим разберемся. Где-то ведь еще, да, по-моему, бродил, или мне показалось. Так, что у тебя здесь лежит? Ухо, веревочка. Так, у тебя, Джорджи, что там? Поделись сокровищем. Веревка. Два сундука. Так, медяха. Это хорошая штука, ребят. Когда я смогу делать инженерный стол, чтобы можно было разбирать ноутбуки на всякие там микрочипы и тому подобное. Так, где этот коктейль? Или вот так лучше мы сделаем? Ну, я так понимаю, все, наверное, можно автосбор. Пускай он тут бегает, добывает. Естественно, тыкву он брать не... Блин. Я уже думал, что все. Никого больше здесь нету, конечно. Уже бежит. Так. Слушай, ну если я не ошибаюсь, друзья мои, если я не ошибаюсь, здесь должен быть еще один сундук. По-моему. Только вот где именно... То ли возле домика, ну что-то такое. 12 металлолома. Блин. Ладно, я его битый сейчас зафигачу. Этого марва. Готов, сопляк. Ой, а тут, тут Джорджи, я его и не увидел, ребят. Точнее, я уже увидел его, но когда начал взламывать. Открывать. Рюкзак. Это сразу можно использовать. И это тоже. Тряпки забираем. Ну, я сомневаюсь, что он сейчас будет. А, вот, вот, видишь, я тебе говорил, еще один сундук должен быть. Стоим. Ждем, пока он вылезет тут наружу.
Похоже, тут что-то припрятанное. Так, а припрятано тут чтиво. Давай. Да собирай все, что есть. Ребят, мы уже почти половину 25 уровня с вами набили. То есть еще чуть-чуть и все. Получим левел. Но это, наверное, за счет того, что мы выполняли задание, у нас быстренько с тобой опыт рос. Там по соточке. Да, пистолет, считай, разрушен. Бит разрушена. Конечно, очень быстро все это ломается. Поэтому, ребят, я не вижу вот смысла, кто в магазинах покупает оружие. Если бы оно было, бы ты купил его в магазине, и оно у тебя не ломается. Тогда да, тогда стоит покупать. А если оно вот тут ломается с такими темпами еще, с очень быстрой скоростью, то я никакой выгоды не вижу в этом. Вообще никакой. Это в убыток получается тебе. Вот куда он побежал? А, стоп! Что ты делаешь-то? Давай уже разбирайся, раз влип сюда. Шапка сломалась. Штаны сломались. А, замечательно, голодранец ты. Вот так вот, видишь, думал, что все расчистили, а на самом деле нифига подобного. У них тут лазеечка, оказывается, была. Так, ну что, посмотрим, что у нас здесь. Так, вон там они стоят. В эту локуму, конечно, можно прибежать еще. Так, гвозди, блин. Выпьем с тобой вот так вот. Что тут еще? Ну, доска останется. Так, кто там у нас? Грязнули, да? Заразный Остин. Ну все, дособирай все, что ты сможешь. И будем отсюда уже уматывать. Я так понимаю, древесина сколько у него? 18, 19 и последний. Все. Рюкзак, говорит, полон. Слушай, а шериф что просил? А, нашивки, да? Просил принести и уши. Нашивки и уши. Ушей, ребята, практически не осталось. Я все их потратил на приобретение там арбалета, еще что-то. Так, что ему надо было? Мы с собой все это взяли, да? А, нам и не надо к нему на водокачку-то бежать. Слушай, мне кажется, знаешь что? Что он будет каждый раз нам обновлять задание. То есть локация обновится, и он опять будет просить, принеси мне вот эту штуку, да? И будет постоянно давать награды. Это тот же самый чувак, который сидит на свалке. Наверху, на крыше. Который Сникерс это говорит. Принеси мне Сникерсов, я буду тебе давать полезные вещи. Вот что-то типа того. Так, ну что у нас тут? Проволока, да? Все это. Все это идет сюда. Я уже не могу, ребята, помещать проволоку. Кстати, я хотел посмотреть насчет сундука. Сундук и плавильню. Так, мы начали сундук. Нужно 5 досок. Так, еда есть какая-нибудь? Можно выложить? Еда, камни, древесина. Так, доски возьмем сразу же. Так, здесь камни. Выкладываем. Ну и все. Тряпки и шкуры. Все сюда. Металлолом. Так, уши фриков и тому подобное мы выложим здесь. Так, этого пока достаточно. Давай мы займемся крафтом. Плавильня. Нам нужна глина. Уголь. Уголь у меня, ребят, наверное, 16 угля не наберу. Твою дивизию. Серьезно, что ли? Одного уголька, блин, не хватает. Так, давай здесь.
Да чтоб тебе, блин, я бревна теперь не взял. Давай, забирай бревна. Заказываем с тобой уголек. Надеюсь, пока мы тут с тобой разбираемся. 6 минут. 6 минут, блин, один уголек будет делаться. Трындец. Деревянный ящик. А что такое, что показывает мне джин? А, можно улучшить, ребята. Ну что же, неплохо. Джинсы у нас уже однозвездочные, да, получается. Вот набор электроники. Набор строителя. Стол камешка. Вот по поводу руководства я так и не помню, зачем оно нужно. Для того, чтобы сделать турель, нам нужно вот с тобой набор электроники. Так, чтобы сделать арбалет. Арбалет вообще, ребята, на изи делается. Доски, веревки и металлолом. Так, давай посмотрим. Хочу проверить, ребята, что за сундук. Чем он отличается. Поставим его, ну, вот здесь, например. Не, вот здесь вот даже. Он больше визуально смотрится. Так, сколько ячеек. У этого, ну, ты видишь, сколько. Ну, хо-хо-хо. Тут, ребят, сундучок-то, конечно-то, хорошо. Сюда можно даже все поперекидывать. Так, доски, жир, чтиво. Чтиво сюда выложим. Так, металлолом, трос. Стальной трос сюда. Так, металл. Выкладываем сюда. Опять же, ребят, все забито. Давай-ка я заберу, наверное, здесь проволоки, гвозди. И отнесу туда. Тот сундук все-таки побольше. Надо будет его потом. Но это я уже за кадром его подпишу. Ничего в этом страшного не будет. Все. Так, это мы с тобой для чего? Плавильню нам нужно, да, сделать? То есть для этого нам нужен уголек. Так, бинты, доски. Доски мне не нужны, жир мне тоже пока не нужен. Ну, доски выкладываем здесь. А жир я выложу вот здесь. Так. Тут еще тоже надо будет все это забрать. 10 досок и 5 камней. Так, камни я сюда послал рядышком с нами. Сразу делаем вот так, на крафт. И здесь у меня тоже недалеко, как ты видишь, доски с бревнами. Естественно, чтобы сразу заряжать на распил. А здесь у нас что, я уже забыл? А, здесь веревки. Ткань. Чтобы прокачать до следующего уровня, нам нужно... Блин, уголь. Уголь, везде этот уголек. Не готово еще, что ли? Ну-ка, давай ускорим на одну хотя бы. Так, 16. Ну что, для того, чтобы скрафтить плавильню, нам понадобится 20 досок, 16 камней. Так, камни, доски. Дальше. Камни, доски, уголь и глина и металлолом. Глина и металлолом. Ну что, делаем. Окей. Вопрос. Куда мы ее поставим? Не, снаружи не хочу. Хочу где-то... где-то внутри. Ну, можно, в принципе, здесь.
Можно, в принципе, здесь. Я не могу понять, только как она должна стоять-то. Наверное, вот так. Здесь. Ну. Так, давайте посмотрим, что ты можешь делать. Плавильня может делать металл. То есть, слитки, да, металлические. Кирпич может делать. То есть, нужен металлолом, нужны будут угли и медный слиток. Для того, чтобы поднять... Ё-моё, нужно очень много угля, ребята. Очень много угля. Это говорит только о том, что надо будет заняться производством уголька. То есть моя вот эта штука будет почти без остановки работать. Чтобы улучшить... Ну, вот это вот можно сделать. Правда, у нас ткани. 16 штук вряд ли соберется. Да, не будет столько много. Так, ну что, я выложу тогда все это. То, что, конечно, бегать от сундука к сундуку, это нервирует. Причем такие, ну, так далеко все это. В разброс. Ну, вроде бы как и все. Да, ребят, на сегодня будем, наверное, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.